Вознесение Господне. Видео поздравления. 10 июня 2021 года православный мир отмечает светлый праздник Вознесение Господне. По закону Моисея на 40-й день младенцы должны были быть принесены в храм к Богу. И не случайно Вознесение Господне на небо произошло на 40-й день после воскресения Иисуса Христа. Божий Сын, как бы при новом рождении, возводится на престол в небесном храме. Как это происходило, описано в Деяниях апостолов. Вознесение Иисуса Христа показывает путь бесконечной жизни, как и воскресение Сына Божьего – это победа над падением и смертью для людей. Поздравляю с Вознесением Господним, мира, добра, благоденствия, крепкой веры вам!